Добро пожаловать в будущее, братишка. Пока кто-то блокирует Телеграм и освещает ракеты, другие юзают биткоины и смотрят порно в виртуальной реальности. Есть и третий тип людей, которые понимают, что мир стремительно прогрессирует, блокчейн, VR и электронная коммерция меняют его прямо сейчас. Команда сайта Start.com знает, как все это работает и отслеживает лучшие проекты будущего. Получает 1.5% в день до 55% в месяц. Открывайте позицию на сутки, неделю, 2 или 28 дней и получай свой доход за счет технологии, инвестируя хоть 100 рублей, хоть миллион. Переходи по ссылке в описании на сайт Start.com и прикоснись к технологиям будущего вместе с нами. Джим, Ванек, как ты там? Я вон, смотри, с малым тусую. Трэпу привет, Ванёк. Да, я в Барселоне живу с пацанами. Автоспорту? Я? Без Кизару никто? Да, братух, ты ошибаешься. Братуля. Биг Бэби Тэп, я слышал, вот это какой-то фристайл. Первый мне понравился, неплохо. Братан, наркота это бабки, а бабки это наркота. Врубаешься? В рэп-игру? Вот кто врывается скоро в рэп-игру. Суд, я ж повторю, будет 30 ноября. Легкие наркотики, братуша, под легкими прохладительными напитками. Бля, парень, вот, Юби Янти, блядь. Ты сейчас в чем вообще дела обстоят? Да не важно, как мы с ним поругались, это не ваши дела, это наши личные. Да так, все, что ты видишь, это все наркотики. И я их делал. Слушайте фразу. Пацаны, датуха Haunted Family на самом деле давно еще сделана, второго после Олега. Понимаете всю самую суть? Меня спрашивают, ты пробовал Кали Куш, братан? Пацаны, у меня только онли Кали Куш. Видали, мне какой подгончик сделали? Братух, нам какую шалуху я курю, у тебя вряд ли бабок хватит. Ты себе граммчика не позволишь этой, уверяю. За грамм 50 евро, пацаны. По Вене пускал Ксан, братух. Мнение про Морти, ну то, что он катается нормально, другого мнения у меня ничего нет. Ну-ка, Ванёк, разъеби его, блядь. Что это за лох? Да нормально, я к ним отношусь. Я с ними в армии нормально проводил время. Было много смеха. Пивас в Зене? Да, я знаю, но... Я хотел Хеннесси въебать, но что-то Трап мало меня отговорил. Да, меня много кто считает, то, что я выёбываюсь. Ну, нихуя, я выёбываюсь в тех вещах, в которых я прав. И в тех вещах, в которых люди не правы. Пытаются доказать, что они правы, но нихуя. Деки будут на следующей неделе Haunted. Респект, Дима, ХФ. Да я повторял, что за суд уже. Не знаю, это подарок от девочки. Мне 27. Да, теперь у меня есть Ксан вот тут, у меня есть Ксан вот тут, татуха.
Да, мы на этом блоке. Нет, это Леся подарила мне. Виски мне нравится Джек Дэниелс, на самом деле, да, OG Джек Дэниелс. Но мне нравится конина Хеннесси и водка Сирок. Молодость? Да нет, на самом деле, я думаю, что мне еще где-то 25. Да, балкон легендальный. Боксу, да, нормально. Я сегодня Федора Емельяненко смотрел, как он ебашит, блядь, тузяра, пиздец. Не знаю, я не был в Германии, не знаю ничего про Германию. Ну, конечно, врату, в Барсе есть всегда возможность, наверное, обратиться. Федя, гладиатор, медведь. В смысле, что на Барселонете написано? Планы? Не знаю. Ну, хочется семьи, на самом деле. Да не, деньги, сучки, трава, это уже заебало, это уже такое повседневное. Хочется уже что-то масштабнее, глобальнее, серьезнее. Я думаю, это семья. Сосио? Нет, это не мой бренд, это моих корешей. Бля, там скоро такая коллекция будет, что вы охуеете. Я даже не знаю, как сказать счастливо, но в принципе я ни в чем не нуждаюсь. Вроде все есть. Не знаю, кто будет, тому и буду рад. В начале сентября, думаю, да, черканешь директ, если что. Да, значит, спиздить что-то, братан. Санчес, ну да что там? А? За футболом? Да нет, я не особо слежу. Мне когда было 12 лет, я гонял, когда жил в Волгограде, гонял на за ротор. Постоянно не пропускал ни единого матча. А потом въебался, просто скатился, слетел и пиздец. Каликзени эффект, братан. Я знаю, я слышу эту хуйню про Бэкфорд. Я не верю. Нормально. Мир тесен. Ну, один раз ко мне приехал Supreme Hole Hunter, толстяк. Я взял полтинничек, и мы за ночь его скурили. Блин, разный цвет. По-разному. 35 и выше. Фредди Гибсон. Чё, Кса, нормально. Ну, не знаю, мне нравится. Чё, что? Санёк, удачи, блядь. Я думаю, ты достоин всех планов. Спасибо, мэн, респект тебе. Фильм «Молитва перед закатом», братан. Фильм «Молитва перед закатом». Очень советую. Самый последний фильм, который я смотрел, очень пиздат. Не, я смотрел последний «Дэдпул» второго, и что-то мне не очень хотел. Первый попёжи. Я не знаю, вражки у кого. Ну, конечно, не то, что слушался, просто родители всегда прислушивался. Да, я рос без отца, чуваки. Трамадол. Нет, братан, я не пробовал трамадол. Ну, такое. Стараюсь на стабилочке быть. Да мы тут чилим. Штраф малым. Фагаем. Бля, Дрейк нет, нахуй. Лил Узи, покемон в 1000 круче. Сорда, их, блядь, куча, братан. Ну, я не знаю, сейчас мне очень нравится Кошмин, пиздец. Я не буду на этот вопрос отвечать, пацаны. Run It Up называется трек. А вопрос, вот это, много телок было? Брату, смотри, я что сделал, татушечка какое. Я думаю, ты понимаешь, о чем она значит. Это мне посоветовал сделать трап малой такой татуху, я пошел на следующий день ебо. Нет, Дима Хэф пишет нормальные просто вещи, в отличие от вас, пацаны. И как бы с ними в некоторых я согласен полностью просто. Понимаете? У меня много татух. Хотите посмотреть, что у меня на спине? Вроде пиздак. Пацаны, он просто говорит те вещи, с которыми я реально соглашаюсь. И в каком он, что он подвязал жопу, вы чё, блядь?
ёбнутый. Извините. Amigos, респект. Правильно сказал. Кристал Кома, я не слышал о таком. Ладно, я запомню. Где-нибудь мне встретиться, я попробую. Playboy Carti Tools. Не знаю, какой совет я дать. Знаешь, что тебе надо, иди просто к своей цели, и все будет у тебя заебись. И всегда отвечай за слова. Это главное. На спине там картина, блядь, как вы не увидали, пацаны. Смотрите немного. Лил Пип. Блять, Лил Пам, Лил Пип, блять. Нет, не очень мне нравится, типа. По сердцу, братан, я двигаюсь. На сердце вот у меня что написано. Главный человек мал. Вот у меня есть хоп. У меня дохуя татух. Реально. Потом, может, какое-то время пройдет, напишешь меня. Я думаю, вспомню про это. Я не знаю, какого года, но он основан на реальных событиях и очень пиздовый. Ну, в барсе будешь, я думаю, фыгнем. Да, двигался я с тобой там, ну, хуйня еще давно, когда еще мне было лет 18. Что от Гаши в глазах темнеет. Ну да. Я тут видал, что тип упал с трех затяжек с Гаши назад. Я хуел. Да, Волк с Уолл-стрит смотрел, очень пиздатый вообще, пиздец. Да я не курю плюхи. Я такую испаночку курю с табаком смешиваю. Ну, давно вообще заходил он, да, пиздатики Pineapple Chunk, или как он называл, Pineapple Express, Toddler. Toddler? Да, не знаю. Точнее, знаю, это, наверное, что у тебя вырабатывается... Хуйня к чему-то, привыкание. Я не курю банги очень давно, наверное, года 2.5 уже. Не знаю, посмотрим, я редко сохраняю эфиры. Да не, хуйня это все, какой криминал, пацаны, вы что? Главное делать то, чтобы это не касалось других, и все. А сам ты можешь что угодно делать, главное реально, чтобы это не касалось, не несло вред кому-то другому. Да хуя мне нравится сортов, но самым мне понравился это Акулу Лато и White Gum Beer, или как-то так называется, Beers, или как это называется. Ну это мы посмотрим, кто еще сядет. Посмотрим, братиш. 30 ноября. Может, у них просто проблем нет, и им скучно по жизни живется. Представьте, у них когда проблема будет, так они штаны насосат с первого раза. А у меня есть проблемы, у меня есть пока все, что мне надо. Посмотрите, как я себя веду и как я себя чувствую. Я не переживаю, потому что все будет good. Реально. Я уже повторял, что будет good. А кто тебе сказал, меня выгнал Олег за то, что я дохуя юзал наркотики? Кто тебе такую инфу сказал? Да, интересный эфирчик. Что ты там видишь? Я что-то пропустил, братан.
Доброй ночи, парень. О, Тиксич. Ну ты что, добрался до дома? Triple Tix on the beach. Варианты всегда есть, братан. Реально. Красавчик Тузяра. А что, скрути, может, еще это, испаночки? Да. Возьми, да, там еще. Давай. Да, я обнял Тикс. Я что-то на дохуя. Если мне предложили в Москве какую-нибудь достойную работу, то я сел хуй. Пацаны, есть кто такие, кто что знает, что мне за суд? Напишите этому парню, а то я заебался говорить каждый раз. Да, конечно, планирую, хочу детей. Братан, ты кто такой, блядь? Смешить твои трусы, мои. Ну и что? Что ты, Эдгар? Что ж тебе смешно стало? Можешь мне пояснить? Блять, ты к Сане бой. В барсе. Я тебе могу чтоб сделать, чтоб ты съебнул нахуй отсюда, блять. Гандон. Таки на фейсе было человек 15 мыса. Футбол. Бля, ну это респект. Круто. Кстати, я приеду скоро, будет там еще. Очень дохуя скажу, вышла футба фиолетовая с белым, у G-лого соси, она смотрится пиздец, какая пушка. Ну, по сути, да. Но главное найти качественный ставчик в барсе, потому что такое ставлю, ну, все шляпа, что вы охуеете. Сосио клан. Нет, сосио это просто поддельники. Сосио-клан есть поддельники? Ну, типа, наши просто сосио-клан. Мы поддельники. Не, мы сейчас будем курить хэшик, банана, куш. Очень пиздаты. Будут новые худаки, будут типа футбы с длинным рукавом. Очень пиздатые. Лонгсливы. А? Лонгсливы. Да, лонгсливы, я забыл, как цены называются. Сорян. Блять, у меня было дохуя, у меня было 379, блять, таблеток. Как меня принять могли? В легкую, братан. Да, там в двух цветах будет. И очень реально пиздовая футбол фиолетовая на белой надписи OG-лого. А как ты мне можешь помочь, Соси? Как пацаны поддержали? Да, пацаны в ахуе. Еще ничего, еще даже разговора не было, пацаны. Просто не общались даже. Прошел месяц, больше мы до сих пор не общались. Конечно, этот препарат дают только по рецепту. С каких сиг лучше блант курить? А с каких сигар? Бля, я сорян, не послушал. Бля, я не знаю, только Backwoods и Swisher максимум. И дна ТЛЭД, братан, все вместе дает пиздец. Не, кстати, я слышал такую хуйню. Есть таблы, тоже Xanax по 0,5 миллиграмм, и там в пачке 500 штук идет. Реально. Тоже в Pfizer. Но 0,5 миллиграмм, а не 2 миллиграммовые. Это то же самое, что, по сути, ты берешь 50 обычных по 2 миллиграмма, и у тебя вообще там 100 считай получается, там, если таких. Ну не, лилось вообще пиздаты. Мне нравится минералка, но все равно чуть-чуть добавлять органики. Биобиз полная хуйня, Advanced самая пиздатая, братан, запомни. Реально, попробуй, не пожалей, бабки купи. Завтра. Да, он продается в Карифуре. Если не зайдет в Калифорнию, сходите купить порошок, если не устану порошок. Чё, подожди, а ты подниматься так и не хочешь? Как? Чем я занимаюсь тут, в Москве, этим не заниматься, пацаны? Меня увезут на, блядь, 20-ку, вы чё, блядь, орёте? Бэк-ё постоянно, знаешь, как я думаю, да? Да нет, пацаны, у меня пока вроде нет никаких проблем. Я кушаю пиздатую еду, я занимаюсь, не знаю, катаюсь на скейте, бывает, занимаюсь, отжимаюсь, всякую такую хуйню делаю.
Профессиональную съемку, блин, Вергула. Ты так этого хочешь? Я смотрю, у тебя интерес очень большой. Ты идешь очень сильно к своей цели. Не знаю, посмотрим. Может быть. Может быть. Хорошо. На всем, парень, делай деньги повсюду по чуть-чуть. И в итоге получается нормально. Но нет, надо просто взять и переделать. В Испанию ты просто возьми, переберись, подкопи бабок, переберись. Поражают. Что, в смысле поражают? Не знаю, куска 2 евро тебе надо, чтобы нормально себя комфортно чувствовать. Ну, я вкидываю, бывает, каждый день почти, но иногда нет. Но я слезу. Ну, мне нравится к Санкт-Петербургу летом. Один максимум, парень, один. Я в Испании живу с 15 лет. Мне еще мама повезла сюда, когда я был малым. Планы до суда, да все, расслабиться и ждать суда. Бабки я уже сделал. Так что... Нет, не сразу половиночку, потом еще четвертиночку, еще и... А может, и четвертиночки не понадобится. В Украину, ну я не знаю, ты можешь мне прислать бабок, я тебя отошлю, потому что сражки не варик отсылать. Худаки, не знаю, черные есть, лонгсливы есть черные. Яйца, ясен хуй брею, девочкам же нравится всасывать мои яички. Вот видишь, опять же правильно сказал, травка не для всех, парень. Я не помню как. Подписан Саша Сухай также. Братан, зайди в YouTube, мне кажется, там написано, показано. Я не знаю. Ну, конечно, братан, семья и кэш, и верные друзья. И все, и ты будешь счастлив. Лицензию. Братан, ёбнутый, наоборот, нравится девочка. Ты сейчас хочешь их заново закинуть или что? Да нет, тупые пёзды, они нахуй не нужны. Надо искать верную, преданную девочку, но это редкость. Но если тебе это удастся, то тузяра, блядь, респект тебе, красавчик. Я себе хуй прикурился давно. В бар все, наверное, третий год. Ну, братан, ты же мужик, ты должен иметь бабки. Закинься. Классов 11 и институт закончил. Но мэн, пока не будет верны бабкам, пройдет время, все изменится, они перестанут какие-то быть тараканы в голове. Она же тоже вырастет, станет умнее, мудрее. Тебе главное иметь бабки. Да ничего не дала бы за Ваню. Родителям отдал. Да, конечно, есть документы еще с 15 лет. Ладно, давайте, пацаны, всем пиз. Пока.